вопрос один. Будьте любезны, на ваш взгляд, сколько нужно вложить денег в эту территорию, чтобы сделать из нее, ну, если не конфетку, то хотя бы безопасное пребывание граждан? Ну, я вам в абсолютно значениях не могу сказать, я могу точно сказать, что вот сейчас мы начинаем с дороги, на эти цели предусмотрено у нас 20 с небольшим миллионов рублей. То есть вот эти деньги, которые уже есть, подтверждены, конечно же, мы будем и добавлять в следующие годы. А сколько получится в итоге? Как только будет понятен бизнес-план, будет понятна концепция, тогда можно будет говорить о деньгах. Зимние трассы предполагаете делать спуск в гор? Стоит задача сделать это место всесезонным курортом. Спасибо. Коллеги.